Всем привет! Вы смотрите канал «Убойный калибр». Сегодня я покажу, как осуществить неполную разборку охотничьего ружья МР-153. Для начала необходимо проверить, разряжено ли ружье. Для этого необходимо отвести затвор в крайнее заднее положение и осмотреть патронник. Убедившись, что ружье разряжено, спускаем затвор и делаем контрольный спуск. Затем необходимо открутить гайку ствола, после чего можно снять цевье. Это у нас цевье. Отведя затвор немного назад, отсоединяем ствол от ствольной коробки. Со ствола мы выкручиваем сменное дульное сужение. После этого извлекаем рукоятку из затвора. Это рукоятка. И удерживая руками затвор, тягу в сборе и поршень, отсоединяем их от ствольной коробки. Поршень, тяга в сборе, затвор. Далее мы снимаем возвратную пружину и металлическое кольцо, которое служит для упора возвратной пружины. Затем разбираем трубчатый магазин. Используя любой подручный инструмент, например отвертку, отгибаем клипсы фиксатора пластмассовой пробки трубчатого магазина и аккуратно, придерживая руками, извлекаем пластмассовую пробку и пружину магазина. Пластмассовая пробка. Пружина трубчатого магазина. После чего из магазина можно достать металлический стакан.
Ударно-спусковой механизм вынимается путем выбивания двух штифтов из ствольной коробки. Но данную процедуру мы проводить не будем. Сборка ружья осуществляется в обратном порядке. Сначала необходимо вставить металлический стакан в трубчатый магазин. После чего в него вставляется пружина, которая фиксируется пластмассовой пробкой. Данная процедура требует определенного навыка, поскольку иногда пружина выбивает пластмассовую пробку, если ее неправильно ставить. У нас это получилось с первого раза. Все надежно зафиксировано. На магазин одеваем металлическое кольцо и возвратную пружину. Далее собираем вместе затвор, тягу в сборе, поршень. И соединяем данный механизм со ствольной коробкой. Затвор фиксируется рукояткой. После этого вкручиваем в ствол сменное дульное сужение. И присоединяем ствол к ствольной коробке. Затем присоединяем цевье, которое фиксируется гайкой. Ружье собрано. Делаем контрольный спуск и ставим его на предохранитель.
Вы смотрели канал «Убойный калибр». Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Кому не понравилось, ставьте пальцы вниз. Всем пока!